Вот я и подъявил, оно же прослушали фейс. Вот там, посмотрите, вашу... Это же кости! Самая настоящая кость какого-то человека! Это, скорее всего, что-то волосы Ларри. Али фейс убил Ларри. Чё твори, брат, меня зовут Церковь, он если бро, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Ведь перед время супербанда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный банде на ютубе. Эй, бро, сегодня со мной видео снимает Настя. Эй, супербанда, сегодня у нас реально жесткое видео, потому что банда! Сегодня мы будем разрезать Салли Фейс! Это просто жесть, супербанда, тем не менее, как вы помните, в прошлых видео Салли Фейс на меня нападал, и он хотел меня убить, потому что я просто хотел увидеть его лицо, пригласить в наш мир. Эй, банда, тогда я решил, что я сделаю куклу Вуду на Салли Фейс и использую ее. После чего Салли Фейс вроде бы успокоился и перестал за мной гоняться, но вчера, банда, это свершилось. Салли Фейс снова ко мне пришел в мир и снова хотел меня убить, и благодаря тому, что у меня была кукла Вуду на него, я смог выжить. И вы не поверите, супербанда, но Салли Фейс все еще здесь. И вы сейчас увидите где. И супербанда, знаете что? Давайте на этом видео наберем 15 лайков. Ведь супербанда, мы самая сильная банда на ютубе. А значит, что правильно, нам нужно подтверждать на статус самой сильной банды на ютубе. Эй, бро, знаешь, если на этом видео будет 15 000 лайков, то я разрежу еще одного монстра, который вы попросите в комментариях. Тот комментарий, который наберет самое большое количество лайков с именем монстра, который я должен разрезать в следующем видео. Я его разрежу, банда, и посмотрим, кто же это будет. Поэтому, банда, добираем 15 000 лайков и смотрим, какой будет самый залогинный комментарий. Так что пускайся ниже. Ох, супербанда, пришло время смотреть, как же сейчас там Салли Фейс. Он в коридоре, он в клетке. Банда, мы его поймали, спрятали в клетку. Я еще возьму свою куклу. Вот если вдруг забыли, банда, то просто видео мы отрезали руку Салли Фейс. Это просто же супербанда, идем смотреть, где же Салли Фейс. Банда, он там. Это видит супербанда, это просто жесть. Салли Фейс в этой клетке под этим одеялом. Давайте быстрее посмотрим, что там. Это просто жесть. Эй, Салли. Салли. Черт, супербанда, почему он молчит? Эй, Салли Фейс. Окей, супербанда, пришло время воспользоваться куклой. На счет три. Раз, два, три. О, черт, есть, банда, он все еще жив, и не поверит, а все еще Салли Фейс. Окей, сейчас я вам его покажу. Черт, супербанда, это реально волнительный момент. О, черт, смотрите. Господи, вы это видите? Здесь реально Салли Фейс, банда. Мы реально смогли его поймать, это просто жесть. Господи, мне прям в это не верится, банда. Реальный Салли Фейс, просто. Эй, Салли Фейс, эй, ты как там, жив? О, черт, супербанда, это же просто жесть. Самый настоящий Салли Фейс. Эй, гляньте, его легендарные синие волосы. Хотя в прошлых видео мы уже их видели. Просто посмотрите, кончик волос Салли Фейс, это же жесть. О, черт, супербанда, мне все уже не верится, что у нас снова получилось поймать Салли Фейс. Настя, что ты скажешь от всего этого? Да, я с тобой согласен, он реально страшный. А если он выберется? Да я не думаю, что он должен выбраться, потому что он там, в принципе, плотно сидит. За всю ночь уже не выбрался, пока тебя не было. О, господи, банда, это же просто жесть. Эй, Салли Фейс, ты там как, живой или нет? Гляньте, банда, что он делает? Вы это видите? Он что-то просовывает. О, господи, я вижу. Он мне дает какую-то записку, банда. Это же записка от Салли Фейс. Он дал мне какую-то записку. Как вы помните, в прошлых видео он не может говорить. У него только есть записка, он только что и делает, их пишет. Окей, давайте посмотрим, что здесь записки. Какой-то огрызок. Похоже, где-то его только вырвал. Посмотрите, что это. О, черт, супербанда! Здесь написано: я убью тебя! На каком-то отгрызке Салли Фейс в клетке написал: я убью тебя кровью! Просто в видео мы отрезали ему руку. Получается, что это написал отрезанной рукой. Кровью отрезанной руки. Это просто жесть, супербанда! Это реально опасный кровожадный. Жадный хищник, ты мне ничего не сделаешь. У меня есть кукла Вуду, которую я могу просто запросто тебя использовать. Как тебе такое, Салли Фейс? Да, получай, как тебе нравится. О, господи, это просто жесть. Я только что опять использовал куклу Вуду на Салли Фейс. Она реально все еще работает. Я не знаю, мне уже реально того сегодня по себе становится, банда. Салли Фейс, так вот знай, ты мне больше ничего не сделаешь, потому что я просто тебя могу уничтожить. Я проведу тебе самые страшные эксперименты. Сегодня мы посмотрим, что у тебя во внутренности. Потому что, банда, мне реально интересно проверить, что же внутри Салли Фейс, потому что он призрак. Салли Фейс, мы сейчас тебя выпустим, ты будешь теперь на. И только попробуй куда-то двинуться, ты меня понял? О, черт, на! Окей, банда, пришло время вести его к столу и начинать наш эксперимент. Это просто жесть, банда, на ваших глазах я выпускаю Салли Фейс. О, черт, лежи! Банда, вы это видите? Посмотри, это же реально Салли Фейс. Это его протез, господи, это просто жесть. Черт, банда, посмотрите, руки нету. Даже самое, как и на кукле Вуду, руки нету, это просто жесть. Черт, да, получай! О, господи, как тебе такое, Салли Фейс, что ты делаешь? Нет! О, черт, лови его быстрее! Черт, он пропал! Настя, блин, почему ты его не ловила? Но ты же тоже его не удержал! Я знаю, он, я только использовал куклу Вуду, он сразу же вырвался! Это просто жесть, супербанды, вы видели это? Я только жал куклу Вуду, он сразу же убежал! Господи, что вообще происходит? Как нам теперь его найти? Хотя, погоди, он же не мог сейчас убирать сразу же в свой мир! Ему нужно как минимум еще время! Тем более, сейчас все еще 3 часа ночи, получается, что он еще в нашем мире! Окей, получается, все еще где-то здесь! Нужно набрать номер Салли Фейс! Как там, 3, 5, 9, 9? О, черт, Настя сразу же за другу, посмотри, это же Салли Фейс! Эй, Салли Фейс, что там засал на перейти? Да, сразу же убежал. Слабо вернуться. Слабо с тобой разобраться один на один. Что ты на меня смотришь? Возвращайся, мир, давай разберемся с тобой по-мужски. Посмотрим, кто за тут главный. Ты же такой смелый, убежал сразу же. Черт,
Это просто шесть, надеюсь, после этого он захочет вернуться. Что ж, Салюпес, давай возвращайся в наш мир, давай разберемся мы по-мужски. Ты такой демон, что прям убежал всего лишь за убийство человека. Ты слабак, Салюпес, возвращайся, разберемся с тобой. Да-да, слизься, посмотрим, кто за тут самый сильный. О, черт. Суприпада, мы это сделали! Салюфейс, зря на зло, он сейчас сюда вернется! Окей, Настя, у нас зря на огромные проблемы из-за этого, Салюфейс, черт! Суприпада, из-за шлейл, даже его здесь нигде нету! Окей, потом у меня один план, давайте сейчас сделаем мой манекен, потому что если вдруг Салюфейс придет, он сразу захочет кинуться на этот манекен, но не будет только церемониться, он сразу захочет меня прокнуть своим ножом! Тогда мы, падай, сейчас сделаем мой манекен, поставим где-то здесь, в центре коридора, а сами спрячемся, Настя спрячется здесь, а я спрячусь там! И когда он придет сюда, я на него накинусь и брошу его как-то, чтобы он вырвался! Окей, Суприпада, не знаю, у нас что-то с этого получится, но было бы неплохо! Окей, Суприпада, готово, мы сделаем моего двойника, посмотрите. Это просто жесть, Адриана, стали похожи на меня, просто слядь, с ним же обои одинаковые. Это просто жесть, Суприпада, если Салюфейс на это клюнет. Окей, Бада, как выйди, с этой стороны ничего не видно, с этой стороны Бада все видно. Здесь видно штатив. Надеюсь, Бада, что Салюфейс видит именно с той стороны, он ничего не увидит. Он увидит только за спины, подумает, что это я. Надеюсь, Бада, у нас все получится. Господи, Адриана, опасно. Окей, если прячься сюда, я пойду туда прятаться. Я буду сразу же прятаться сбитый, надеюсь, я его просто вырублю. Это реально жестко, Бада, окей. Я снова вырубил Салюфейс, он просто лежит. О, черт, у него треснул его протез, Бада, вы это видите? Окей, Бада, наша ловушка сработала, манекен все-таки сработал. Это была отлично, Банда. Вернусь же забрать Салюфейс, отнести его к столу. О, черт, это просто жесть, Суприпада, у меня все еще не угладится в голове. Окей, Суприпада, теперь несу Салюфейс к столу. Это просто жесть, я реально его вырубил. А он такой не тяжелый, кстати. Окей, Суприпада, это просто жесть, посмотрите на это. Я поймал Салюфейс. Снова! Это реально сработало! Видели, как я его забросил? Это просто жесть, Суприпада! Тем не менее, Банда, пришло время проводить наш эксперимент! Окей, Суприпада, где-то вот здесь, вот как и раньше, я буду разрезать этих монстров! Эй, Салюфейс, ты там как? Похоже, он уже реально отрубился, Банда! Это просто жесть, Суприпада, я все еще, там все в шоке! Черт, Суприпада, посмотрите! Я просто проткнул Салюфейс! Это же просто жесть, Суприпада, он просто лежит сейчас! Хотя радует только одно, что это призрак! И если даже вдруг с ним что-то там случилось, он не умер! Он еще может жить, потому что это не живое существо! Окей, Банда, я реально уже проткнул Салюфейс, вот так, смотрите, вашу просто жесть. Черт, я вам говорю, что он призрак, Банда, посмотрите. На ноже даже ни капли крови, потому что у него просто нет, это же призрак. Окей, Банда, продолжаем, даже будем вытаскивать внутренности, которые есть Салюфейс. Я засовываю руку в Салюфейс, боже, Банда, это просто жесть. Господи, Банда, здесь какая-то пустота, почти ничего нету. О, черт, я что-то нащупал, Банда, я что-то вытаскиваю. Господи, Банда, посмотрите! Это же кукловоду, которую я привязал к Салюфейс, который он меня украл! Он ее сожрал, он просто ее сожрал, чтобы я никогда не нашел! Это просто жесть, Суприпада, кукловоду на Салюфейс, только без маски! Господи, какой же он ненормальный, Банда, это просто жесть! Окей, Суприпада, дальше я снова засунул руку! Я что-то нащупал, Банда! Что это за волосы, Суприпада, вы это видите? О, черт, Банда! А что если это волосы Ларри? Получается, что Салюфейс по-настоящему убил Ларри! О, господи, кукловоду, волосы, посмотри, мне придется руки в этих волоса. Он реально убил Ларри, Банда! Салюфейс самый настоящий убийца! О, черт, Суприпада, он такой худой, что просто жесть, весь такой бледный! Окей, я что-то еще нащупал, Банда! Суприпада! Это же кости! Посмотрите на это, Банда! Это самая настоящая кость какого-то человека! А что если это кости Ларри? Господи, Банда, это просто жесть! Были волосы Ларри, теперь похожи его кости! Получается, что Салюфейс съел своего друга или что? О, господи, Банда, я чувствую, нащупал что-то совсем маленькое! Это похоже на зубы, Банда, это просто жесть! Здесь какие-то маленькие зубы какого-то ребенка. Окей, Банда, уже того, что я видел, мне просто хватает на всю жизнь, чтобы испугаться. Но что будет дальше? Что может быть еще хуже, чем все это? О, господи, Банда, я еще что-то нащупал. Посмотрите, здесь еще кости какие-то. Это прям какая-то огромная, Банда, настоящая кость. Это просто жесть, Суприпада, настоящая кость какого-то человека. Господи, что вообще происходит? А здесь еще, Банда, посмотрите, две кости. Это просто жесть. Господи, Суприпада, это просто жесть. Он внутри полностью пустой. Не так, как обычный монстр. Он реально сделан ни с чего. Я что-то нащупал, Суприпада. Что это? О, черт, Банда, это снова кость. Посмотрите, здесь какие-то раздробленные кости. Это просто жесть, Суприпада. Господи, Банда, просто посмотрите, сколько мы нашли костей. Это же просто жесть. Кости какого-то еще не перетравливанного животного или же человека. Надеюсь, никто из вас его не призвал, потому что это просто жесть. Вы просто посмотрите на это, все настоящие кости. Засунем еще раз руку, посмотрим, что у него еще там есть внутренности. О, черт, глядь, я уже полностью засунул туда руку, Банда. Господи, Банда, посмотрите, это пузырек с какой-то жидкостью. Это что, зелье или что? Ну прозрачная, как вода. Это просто жесть. Окей, давайте откроем. А, фу, Банда, они воняют.
воняет! О, господи, панда, это же кислота! Черт, самая настоящая кислота! Посмотрите, оно уже ко мне приклеилось, потому что оно растворяет меня! О, господи, Суприм панда, с меня хватит, это просто жесть! Давайте уже будем приводить чувства, Санни Фейс, потому что ты зашел слишком далеко! Может, я сейчас сам, и тебе нужно все-таки как-то приводить чувства? Я предлагаю его сейчас привести в чувство и отвести назад в клетку, оставить его там, потому что он будет начищен, она закончится! Это просто жесть, Суприм панда! О, господи, панда, вы это видите? Это просто жесть, что было внутри Салли Фейс! Там были волосы Ларри, это просто жесть, панда! Получается, что Салли Фейс убил Ларри! Это же просто жесть, панда, окей? Теперь нужно от него как-то избавиться! Я думаю, что нужно его отнести назад в клетку и оставить его там, потому что кто знает, что будет дальше? Вдруг он еще захочет за мной охотиться и убить меня? Это просто жесть, суприпанда, окей? Эй, Салли Фейс, очнись, алло, очнись! О, черт, суприпанда, вы это видели? Он очнулся! Окей, теперь нужно его расстегнуть! Давай, вставай! И выпендривайся только как в прошлый раз! А то ты знаешь, что там и будет! Окей, суприпанда, нужно его отвести теперь назад в клетку. И оставить там. Окей, Суприпан, здесь уже не вырвется. В принципе, я держу его очень крепко, панда, это просто жесть. Не рыпайся, не рыпайся. О, черт, что ты делаешь? Господи, панда, что происходит? Ай, о, черт, Суприпанда, Салли Фейс тупо меня вырубил. Это просто жесть, Суприпанда со всей силы ударит по голове. Я пытался хоть как-то прикрыться, но у меня не получилось. Господи, это просто жесть, панда. Посмотрите, что мы нашли в Салли Фейс. Это же просто жесть. Это, скорее всего, что это волосы Ларри. Это реально жестко, панда, что Салли Фейс убил Ларри. И похоже, что это кости Ларри, скорее всего. И какая-то странная жидкость. Поначалу мне показалось, что это кислота. Но мне кажется, панда, что это какое-то странное зелье, которое мы обязательно выпьем в будущем. Эй, бро, куклу Вуду он ее просто проглотил. И после чего он просто сбежал. Банда. И это просто жесть, Суприпанда. Эй, бро, вот комменты за прошлого видео. Господи, видите, какие они шикарные. Просто делаешь комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего лишь тебе нужно это пустить, заниже даже на свой лайк, колокольчик. И все, бро, ты уже в следующем видео, лайк, колокол, коммент. И все, бро, ты уже в моем видео. Вот такой вот просим ко мне видео. Эй, бро, знаешь что? Оставайся, ты такой шикарный. Пока!